праздник, он объединяющий, он необходим, он нужен для того, чтобы и люди, проживающие на эстонской земле, славянских, скажем так сказать, представители славянских народов, русские, украинцы, белорусы, чувствовали, что их культура не нуждается в защите, она есть, она в них внутри, и они из своих сердец дарят ее всем зрителям, которые приходят на концерт. Конечно, работа над концертом велась достаточно длительно, и мне кажется, что результат себя оправдывает. Да здравствует славянский венок 2017, юбилейный, и да будет следующий, уже 16-й славянский венок, но сейчас мы еще не будем объявлять дату. Вы знаете, судя здесь в большей степени по вашему приему и вашей реакции, если вы будете заинтересованы в том, чтобы мы приехали, мы приедем с удовольствием, потому что действительно я получил колоссальное удовольствие от общения с замечательными музыкантами, замечательными организаторами, энтузиастами, которые вот Игорь Ермаков, да? Вот, который пригласил нас, а получилось так, что он услышал нас в Российской академии Гнесиных, в которой мы выступали, тоже были приглашены. И вот он говорит, что я был потрясен и пригласил. Потому что ведь трудно так, просто так вот говорить, что мы такие хорошие, и бить себя в грудь. Вот мы сегодня показали, что мы можем. Публика по достоинству тепло оценила, потому что такой большой зал, и вот так, чтобы такой был контакт, такое единение, ведь большое расстояние еще, оно тоже не в нашу пользу играло, и тем не менее, вот получился праздник. Люди вышли с прекрасным настроением, с одушевленными лицами, я думаю, это здорово. Спасибо вам большое за ваше творчество, за участие, за приезд. Спасибо вам огромное за то, что пригласили. И я хочу пожелать, чтобы все, что связано с искусством, с художественным, с эстетическим воспитанием, оно должно развиваться. Не хлебом единым жив человек. Если потерять традиции, если не помнить истории, вот то, что вы сегодня сделали, величайший классический образец показали, что... Мы знаем, кто создавал, и вы еще раз это озвучили. Кто сегодня двигает это вперед, это замечательно. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Я хочу выразить огромные слова благодарности всем руководителям, оргкомитету, который маленькая, но очень сплоченная команда у нас была. И, конечно же, вот без объединения их усилий ничего бы не случилось. Я считаю, что праздник должен жить. Конечно же, надо будет делать работу над ошибками, конечно же, всегда есть при организации такого масштабного зрелища какие-то накладки. Над этим будем работать, но как идея и как праздник, который объединяет всех русских людей, живущих здесь в Эстонии, мы должны заявлять о себе, что мы здесь есть, мы не просто здесь живем, мы тоже сохраняем свою культуру, свои традиции, мы поем свои песни, мы танцуем свои танцы. И так было 80 лет назад, мы отмечаем 80-летие первого певческого праздника русского, так есть сейчас и так будет в будущем.